Сегодня в Висконсине начинает пересчитывать около 3 миллионов голосов избирателей на выборах президента США. Как сообщили в избирательной комиссии штата, в большинстве городов процедура будет проведена вручную только в округе Милуоки с помощью специальных машин. Пересчитать голоса потребовала экс-кандидат от партии «Зеленых» Джилл Стайн. Она подала соответствующие петиции в 3 штатах – Висконсин, Мичиган и Пенсильвания. Там везде победил республиканец Дональд Трамп. Ранее он уже назвал подобную инициативу мошенничеством, заявив, что результаты выборов нужно уважать. Между тем, пересчет голосов может быть проведен также в Неваде. На нем настаивает бывший независимый кандидат Рокки Делла Фуэнте.